Здравствуйте, друзья. Ксения Собчак несколько минут назад сообщила, что отец Константина и Валерия Меладзе находится без сознания в реанимации в одной из подмосковных клиник. Валерий бросил все, чтобы быть рядом с отцом, и прилетел в Москву. При этом Константина до сих пор нет рядом с семьей в столь сложный период. Выяснилось, что Шата Константинович столкнулся с серьезными последствиями коронавирусной инфекции. Его экстренно госпитализировали и ввели в кому. Валерий незамедлительно прервал свой гастрольный тур, чтобы приехать к отцу. Проблемы со здоровьем у отца братьев Меладзе происходят далеко не впервые. В 2008 году его доставили в больницу с болью в сердце. А в 2018-м в СМИ тоже появлялась информация о такой же проблеме. Тогда его состояние медики оценивали как средней степени тяжести. Братья Меладзе всегда приезжали к отцу, узнав о госпитализациях, но в этот раз Валерий приехал один.